Всем-всем-всем привет! Сегодня у нас распаковка такого большого огромного набора для творчества алмазной мозаики. Я получил его сегодня. Заказывали через Озон. Это фирма Грани. А алмазная мозаика данной фирмы очень дорогая. Даже отсвечивает, видите, я была в упаковке из картона, внутри вот такая красивая упаковка. Давайте попробуем его распаковать. Наверное, наложу немножко музыку, потому что сейчас будет звук. Шевелится внутри. Давайте уберем. Вот такая коробка. Так, как она открывается? Сейчас попробуем разбираться. Потому что данную фирму мы заказываем первый раз. Она очень дорогая, но скидка была где-то 40%. Поэтому перед Новым годом я его заказал для жены. Давайте. Так. У нас внутри у нас набор производства феи номер 22 от 3.08.2020 года, то есть данный набор фирмы Грани у нас этого года. Дальше все разложено, конечно, и упаковано. Зип-пакет, смотрите, по номерам упакованного зип-пакета. Мы китайские не заказывали, потому что у китайских в основном упаковывают и в обычные пакеты, и в наборе зип-пакеты не идут. Каждый из стразы, здесь у нас страз получается 48 страз, что в наборе. В наборе у нас пинцет, по-моему, вот поближе поднесем, вот такой пинцет, по-моему, сделан очень качественный. Пинцет качественный, уберем. Дальше, что у нас еще здесь есть? Лоток, потом. Но лоток, конечно, маленький, но у нас есть другие виды лотки, белого побольше, где носик уже открыт, и можно сразу пересыпать. И, конечно, не упаковали, это у нас клей, его, конечно, не упаковали. И стилус. Но стилус, получается, с другой стороны нет ничего, то есть сразу же крепите 2, 3 или 4, иногда стилусы бывают сразу на 5 стразин. Здесь они не положили, то есть обычный стилус. Ну, рядом у меня Марта бегает, наша кошка. Дальше. Давайте попробуем раскрыть, что у нас тут. Давайте уберем. Так, вот оно. Производство получается даже, смотрите, размер большой, 30 на 40, по-моему. Так, размер 38 на 38, это у нас квадратная, по краям это у нас тут получается лев такой, лев, по краям у нас траур написан по номерам, какой номер, все отчетливо видно, но я открывать, конечно, не буду, жена откроет, когда будет собирать. Ну, конечно, можно попробовать открыть, какой там клей внутри. Пропечатка. Так, пропечатка, по-моему, ой,
клей очень хороший, и пропечатка сразу видна. Давайте поближе. Вот так, если посмотреть, я потом сфоткаю. Вот пропечатка, по идее, ну, плохо видно. Пропечатка хорошо пропечатана, и отчетливо видно, то есть удобно для глаз. И здесь сразу же видно, что это у нас фирма Грани, российское производство. Российское производство сделано, конечно, качественно, и для подарка упаковка очень хорошая. Марта, иди сюда. Стоит с краю, смотрит. Нужно вам показать. А то уже давно видео не снимали про него. Про нее. Вот она. Давай, Марта. Ой. Ой. Да. Понюхай. Смотри, какой набор. Так. Вот она, вот. Ну, Марта, что там? Что там? Ой, не надо грызть. Не надо грызть, сразу начинаем грызть. Да. Да, это лев. Тоже из породы кошачьих. Потом, когда начнем собирать данный набор и соберем, я еще раз обзор сделаю. Ну и давайте поподробнее про стразы. Стразы у нас тут квадратные. И смотрите, если вот так, так будет удобнее. Стразы квадратные, оттенков одного вида, если вот коричневый оттенок взять, смотрите, сколько оттенков, поэтому будет смотреться очень красочно и будут очень хорошие реалистичные переходы. Тут даже, если внимательно посмотреть, они одного вида страз, белые. Вот 822, и тут 822, аж два пакета. Аж два пакета. Они блестят. И, по-моему, даже мусора не видно. Вот если посмотреть внимательно, мусора не видно. То есть упакованы на страз. Упакованы очень хорошо. Вот если внимательно, вот они блестят. После того, как соберем, сделаем еще один обзор. Ну, если, конечно, будет очень много лайков, попробуем собрать, но только с музыкой в реальном времени. Собирать в реальном времени, показать, как они собираются, какие будут переходы.